Депутаты Курганской городской думы рассмотрели обращение компании «Водный союз» об увеличении предельного индекса роста коммунальной платы, вносимой гражданами. В настоящее время индекс роста платежа за все коммунальные услуги в Кургане составляет 11%. С 1 июля 2016 года, по прогнозам специалистов, он составит чуть больше 9%. Водоснабжающее предприятие выступило с просьбой рассмотреть возможность увеличения индекса до 38% с учетом предлагаемого роста тарифов на питьевую воду и водоотведение почти в два раза. Как пояснил член Совета директоров Водного союза Данил Анучин, необходимость таких изменений связана с высокой степенью износа сетей водоснабжения и водоотведения. Поддержание их в рабочем состоянии, строительство новых коммуникаций, восстановление благоустройства, нарушенного во время раскопок, требует значительных финансовых средств. Однако большинство парламентариев сошлись во мнении, что повышение данного показателя преждевременно. Администрации города было поручено совместно с водоканалом продолжить работу по модернизации сетей и обеспечению стабильного функционирования систем холодного водоснабжения и водоотведения. Также депутаты обратились в профильный областной департамент с просьбой предоставить официальное заключение на тарифную заявку Водного союза.